Сегодня высаживаем рассаду в грунт. Те помидоры, что я вырастила, это... Сейчас я вам скажу. Это сорт. Вот этот томат Дар Заволжья. Средний-ранний сорт. Отличные вкусовые качества. Вот так вот. Погода уже позволяет, поэтому высадили это сегодня. А это вчера высаживали, как видите, стоит хорошо. Это какой-то сорт «Поцелуй бабушки». Соседка мне дала. Посмотрим потом, что с него вырастет. Вот так вот рядочки стоят. Помидорчики. И вот так вот уже картошечка наша подросла. Муж ее окучил. Но еще не цветет. Жука колорадского я не вижу. Вот так вот картошка. Там у нас чеснок. И вот еще ряд помидоров. И лук зашел. Еще места много. Здесь будем высаживать перец болгарский. Так вот, солнышко, видите, как светит. А вон в конце огорода наши улики стоят. И солнышко, смотрите, какое яркое сегодня. Тоже желаю вам всем хорошей погоды, хорошего урожая. С вами была Людмила. Всем пока!